Техника бимануального исследования. Для проведения данной манипуляции врач проводит обработку рук соответственно алгоритму и надевает стерильные перчатки. Пациентка укладывается на гинекологическое кресло с разведенными ногами. Для начала мы проводим осмотр наружных половых органов, оцениваем степень оволосения и развитость больших и малых половых губ. Далее проводим обработку наружных половых органов движениями сверху вниз. Пальцами левой руки раздвигаются половые губы. Сведенные вместе указательные и средний палец правой руки, не касаясь наружных половых органов, вводятся во влагалище. Оцениваем состояние слизистой стенок влагалища, складчатость, растяжимость. Также оцениваем влагалищную часть шейки матки, форму, консистенцию, состояние наружного зева. Далее, ладонь левой руки у нас располагается в нижней части живота. Пальцы внутренней правой руки мы переводим в передний свод влагалища и отклоняем матку сзади. Левая рука у нас оказывает давление по направлению в полость малого таза, и между пальцами вы проводите пальпацию тела матки. Оцениваем величину, консистенцию, болезненность и подвижность тела матки. Далее проводится пальпация придатков матки. Для этого внутренние пальцы правой руки переводят, соответственно, в левый боковой свод, определяем левые придатки, пальпируем. Далее в правый боковой свод и пальпируем правые придатки. Оцениваем также величину и болезненность данной манипуляции. При выведении пальцев из влагалища мы оцениваем характер выделяемого из влагалища.